Вітаю вас в ефірі програма «Точка зору депутата». Я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань аграрної політики, земельних відносин, сільського будівництва та соціального розвитку села Юрій Кормишкін. Вітаю вас. Добрий вечір. Юрій Анатолійович, ви неоднократно заявляли і настаювали на тому, що от іменно зараз, іменно от в цей момент розвиття села, українського села, воно необыкновенно важно, перспективно, и что именно это будет являться залогом как бы развития Украины, расцвета. Почему вы так думаете? Вот расскажите об этом. Спасибо. На сегодняшний день наша страна оказалась в таком положении, где мы оказались без Донецкой и Луганской области, где огромная производственная мощность по производству в нашей стране яда, химикатов, металлургии. И в нашей Украине за 2015 год, как показывает статистика, каждый третий доллар, который заходит в нашу страну, это является выручка от продажи сельхозпродукции. Как мы понимаем, что эта выручка валюта – это и стабильность национальной гривны, и вообще стабильность каждого гражданина, который живет в селе, в городе и в нашей стране. И чем больше будет возможность и производство зерновых и технических культур в нашей стране, нашими аграриями, тем больше будет развиваться наша страна. Ну, а перспективы именно вот развития, вы сказали, чем больше будет развиваться, за счет чего? Как вы видите этот процесс вообще? За последние 20 лет независимости нашей страны, например, в Николаевской области, в этом году собрали рекордный урожай зерновых. Такого урожая за последние 20 лет наша область не видела. Мы собрали более 3 миллионов тонн зерновых благодаря погодным условиям, которые сложились в этом году для аграриев. И те хозяйства, которые стабильно, ежегодно внедряли новые технологии и вносили удобрения и работали на перспективу, сегодня он дал результат. Потому что если сравнивать плодородие почв в Николаевской области и, к примеру, Ровенской области, то плодородие почв в Николаевской области намного больше. Но самая была главная проблема в нашей области – это отсутствие осадков в полной мере, которая необходима для производства той или иной культуры. В этом году мы получили, слава Богу, очень хороший урожай. Ну, Николаевская область относится как бы к регионам зоны рискованного земледелия именно в силу погодных условий. Могло бы в этом, наверное, помочь орошение, растительные системы? Как развивается в области вот это направление? Есть ли у нас какие-то успехи в этом? В конце 90-х годов наше правительство и приняло решение о распаёвке земельных паёв. И приняли решение такие о распаёвке, но забыли, что на юге Украины находятся орошительные системы. И я, как депутат уже двух созывов, оказалось, что землю отдали людям в частную собственность, а орошение, которое было государственной собственностью, коммунальное, оно осталось ничейным. И на протяжении этих всех 20 лет эти орошительные системы подвергались разных вандальным способам, кражам. На сегодняшний день из миллиона гектар рели, которые есть в нашей Николаевской области, наверное, осталось максимум около 60-70 тысяч орошаемых земель. Хотя сам только Снегирёвский район, для примера, это 120 тысяч гектар земли, из них было 80% под орошением. На сегодняшний день наше государство декларирует, что оно готово вернуться, и понимает, что без орошения мы не можем развивать сельское хозяйство, особенно на юге Украины, но есть очень большая проблема, потому что есть собственник земли, есть остатки орошительных систем, и как законодательно связать, привести инвестора и любого сельхозпроизводителя развивать орошение и земельные паи в частной собственности, на законодательном уровне пока идут дебаты в Верховном Совете. Но нужно всеми способами, методами идти на то, чтобы восстанавливать орошительные системы. Это создаст дополнительные рабочие места, дополнительная занятость населения. Вот как мы видим, для примера, в заселе Жепневого района заработал засельский сахарный завод, выращивает сахарную свеклу. А вокруг этого сахзавода в свое время еще в Советском Союзе
более 50-60 тысяч гектар земли были на орошении и производили свеклу для сахарного завода. Юрий Анатольевич, ну вот если сложить все эти факторы, и плодородные земли, и все-таки рискованные погодные условия, и проблемы с растительными системами, как можно оценить мощности, как бы потенциал, перспективы Николаевской области именно вот в аграрной отрасли? Есть ли у нас шанс вот стать лидером Украины в этом? На каком вообще сейчас Николаевская область, вот где мы среди аграриев Украины? По результатам 2015 года Николаевская область твердо закрепилась в пятерки лидеров Николаевской области по производству зерновых культур. Лично мое мнение, для того, чтобы наша Николаевская область стала аграрной областью, это нужно людям, в первую очередь, которые находятся в Верховной Раде, захотеть и повернуться лицом к аграриям. Потому что за последние 10 лет, как аграрии говорят, пословица, нам не нужна помощь, самое главное, чтобы не мешали. А все 10 лет создавались такие законодательные перепоны, где аграрии не могли нормально работать, а только думали, каким образом переоформить земельный акт, каким образом сеять, нужно эту культуру не сеять. Наша страна должна, и правительство, Верховный Совет, принять стратегию развития нашей Украины, и в том числе аграрной отрасли, чтобы каждый житель села, руководитель хозяйства один работает, он понимал стратегию, куда мы идем, а не так, что каждый год наша Верховная Рада не знает, продлевать мораторий на продажу земли, не продлевать. И сегодня не можно составить ни бизнес-план, ни каких-то инвесторов привлечь в село для того, чтобы поднимать село, потому что люди не знают, что будет завтра. Ну, если все-таки вернуться в нашу Николаевскую область, вы сказали рекордный урожай, но сельскохозяйственный год практически закончен. Какие результаты еще, вот с чем закончили этот год? Ну, на сегодняшний день, сегодня сентябрь месяц, еще далеко не закончили убор. Мы убрали ранние зерновые. На сегодняшний день Николаевская область идет полным ходом сбор урожая подсолнечника, сбор урожая сои, кукурузы. И, как правило, наша Николаевская область заканчивает сбор урожая, это где-то в конце октября месяца. Но уже можно говорить, наверное, о каких-то результатах. То есть вы же уже видите примерно. Вот, ну, сегодня наша Николаевская область закончила сбор ранних зерновых культур. Около 30 центнер урожайность в общем по Николаевской области. Это включает крупные сельхозпредприятия и односибники, которые убирают, работают на своем хозяйстве, на маленьком участке. Что касается подсолнечника, сегодня средняя урожайность Николаевской области это где-то около 18 центнер для Николаевской области. Для примера, в прошлом году, в 2014 году, средняя урожайность зерновых была где-то 22 центнера, а подсолнечника было около 7-8 центнер. Юрий Анатольевич, ну, несмотря на то, что сбор урожая продолжается, все-таки подводятся какие-то итоги, проводятся мероприятия. Вот, в частности, широко у нас в области отмечаются так называемые «Дни поля». И вы принимали участие вот в одном из таких мероприятий в Николаевском районе. Наша съемочная группа там работала. Я предлагаю посмотреть этот видеосюжет моего коллеги Федора Бондаря, а потом мы его с вами можем обсудить, и вы прокомментируете то, что мы Хорошо. Сейчас увидим. Пожалуйста, сюжет. Близько 200 сільгосптоваровиробників завітали на землі ТОВ «Південна аграрно-експортна компанія», де новітню техніку представила група компаній «Техноторг». Запросили аграріїв з південних Миколаївської, Одеської, Херсонської, а також центральних – Кіровоградської та Черкаської областей. Ці області ми приглашали, так як ми підібрали комплекс машин, сьогодні більш адаптований для цих областей, які характеризуються більш засушливістю своєї, более такими сложными условиями работы. На сегодняшнему дню мы представили три абсолютно новые модели от нашей компании. Это потужный трактор, самохідний опрыскувач и новый зарозбиральний комбайн. Украина – это аграрная держава. Да, и я думаю, что майбутнє, как раз продовольче майбутнє світу, пов'язано с такими країнами, как Украина. И это підтверджує той факт, что сегодня Украина уже посідає перші місця в експорту і зернових, і кукурудзи, і соняшника, і сої. Єдине, чого нам ще не вистачає, це тваринницької продукції, да? Ну, на жаль.
Гості, здебільшого керівники сільгосппідприємств, мали змогу перевірити в реальних умовах вже відомі зразки машин і агрегатів від всесвітньо відомих виробників, а також познайомитися з новинками, які вийдуть на широкі ринки з наступного року. Миколаївщина вже третій рік поспіль збирає більше і більше врожаї, в тому числі зернової групи. І це стає можливим саме завдяки досягненням і використанню надсучасних технологій, чим сьогодні і відоме підприємство, яке сьогодні представляє і показує свої послуги на техніці, яку реалізує сьогодні Техноторг Дон. Ви знаєте, в цьому році Миколаївська область вперше має можливості отримати вал врожаю зернової групи з рахуванням кукурудзи вперше в історії. Я думаю, що таке може статись, і станеться 3 мільйони тонн. Тут представлена техніка компанії New Holland. На цій техніці 60-70% представленої техніки – це техніка, якою ми працюємо на наших полях, в наших господарствах вже більше 5 років. Я хочу сказати, що це надіжна, економічна і техніка, яка дозволяє нашим підприємствам виходити кожен рік з рентабельності. Загалом цього року область зібрала рекордний врожай за 10 років. Середній сільгосптоваровиробник, зазначає Юрій Кормишкін, отримав 50-60 центнерів з гектара. День поля у Весняному зацікавив і тих, хто давно займається землеробством, і тих, хто лише планує розвивати цей напрямок. Опит – це, мабуть, найцінніше, чим можна поділитися. И в ходе таких дней поля идет живое общение и передача знаний от агрария к аграрию. Так как нам уже современные технологии в свиноводстве известны, и мы имеем с ними очень хороший результат, мы хотели бы хороший результат иметь и в земледелии. А без техніки сучасної, без сучасної технології, це практично невозможно. До речі, хоча й небагато, але були серед презентованих агрегатів і зразки вітчизняного виробництва – Кіровоградська «Червона зірка», що також є добрим знаком. А завершився День поля традиційним розіграшем призів – символічних і не тільки. Юрій Анатолійович, ось такі мероприятия, вони мають якесь практичне завершення, якусь практичну пользу? От по результатам, може бути, приобретається нова техніка, якісь технології? Вам відомі ось такі випадки? Ну, ми вместе з компанією Техноторг Дон і наше підприємство провели цей день поля, щоб нашим аграріям Миколаївської області показати, на якій техніці можна працювати, отримати які результати від цієї роботи, від роботи цієї техніки. И вместе с компанией Техноторг, это многолетний наш, будем говорить, партнер в нашем бизнесе, где мы разработали и показываем, что необходимо для аграриев, и они разработали и открыли еще компанию Техноторг Лизинг, которая позволяет для аграриев Николаевской области давать технику в лизинг. И когда проводили День поля, нашим аграриям с Николаевщины Техноторг предлагал реализацию техники в рассрочку на определенный период времени. И вот такие дни поля нужно проводить. Приезжают все представители крупных компаний, общаются с руководителями предприятий, которые приезжают. Для реализации тех материально-технических продуктов, которые они предлагают, необходимы для аграриев. И в общении, ведь человек в общении только получает результат. Юрий Анатольевич, ну вы у нас сегодня как депутат областного совета, как руководитель, как бы председатель комиссии, но вы еще и руководитель достаточно успешного, крупного сельскохозяйственного предприятия. И я знаю, что в своей работе вы используете довольно широко зарубежный опыт, зарубежные технологии, инновационные технологии. Можете ли вы рассказать об этом и какие результаты этого? Вот если уважаемые зрители видели сюжет на Днеполе, видели большие тюки соломы, это тюки соломы по полтонны, была представлена техника New Holland с пресс-подборщиком, которую мы приобрели в этом году и затюковали соломы около 30 тысяч тонн. Мы единственные в Николаевской области, которые в этом году, буквально неделю назад, уже запустили в тестовом режиме завод по производству соломенных пеллетов. В нашей Николаевской области очень много цехов по производству пеллетов, но не соломенных. С древесины или с чего-то другого, а соломенных нету. Это экологически чистый продукт, который возобновляемый ежегодно. Благодаря этим соломенным пеллетам мы хотим показать для жителей Николаевской области альтернативу тем постоянным видам
источников энергии, где можно их заменить. К примеру, как газ. К примеру, что 1000 кубов газа по стоимости для населения, для дома, если у кого-то частный дом или в селе, это стоит около 7000 гривен, а стоимость тонны соломенных пеллетов стоит где-то 2500-2600 гривен. Теплоотдача от тонны соломенных пеллетов равняется 1000 кубов газа. То есть мы здесь видим уже в 3 раза ниже себестоимость. Вот такими внедрением таких технологий для жителей нашей Николаевской области и в тех районах, где мы занимаемся, мы будем предлагать. И таким образом мы будем уходить от энергозависимости каких-то других давно известных источников энергии. Такие как уголь, сегодня проблема на селе, потому что не могут привезти. А вот если будем переходить на этот источник топлива, то я думаю, будущее за этим. Спасибо за ответ, Юрий Анатольевич. Я предлагаю сейчас немножко отойти от темы вот узкоспециальных сельскохозяйственных вопросов. Поговорим о децентрализации. Сейчас они много говорят, это широко обсуждается на всех уровнях. Вот ваше мнение, когда станут какие-то заметные результаты, вот реальные этой реформы, реформирования, чего вы вообще ждете от этого? На сегодняшний день децентрализация в нашей стране начала действовать уже с 1 января 2015 года. В чем она себя проявила? Это изменениями в налоговый кодекс, которые сделали изменения в налогообложении определенных видов работ и налогов. С 1 января 2015 года произошло изменение по увеличению в 21 раз фиксованного сельхозподатка. И те сельские советы, где есть на месте сельский голова, он не сельский голова, он как отец для своей громады, и те громады сегодня перевыполняют бюджет на 150-170%. И сегодня любой сельский совет, где есть на месте хозяин, как сельский глава, ну, может ощутить уже то наполнение бюджета, которого не было 20 лет. Очень много вопросов было на комиссиях в областном совете по поводу принятия перспективного плана развития нашей Николаевской области, где громады, большое было предложение объединить в одну и направить это предложение в Кабмин для утверждения. Очень много было вариантов. Но на сегодняшний день это не есть догма, что это нужно так делать. Но мы живем в независимом нашем государстве уже очень десятилетия. Я считаю, нельзя так оставлять, как было. Нужно что-то менять. И нужно найти правильную формулу, как поменять, как объединить громады. По интересам, по территориальности. И тогда на месте громада будет решать, что им делать. Сегодня строить школу или не строить. Детский сад строить или не строить. Потому что в связи с децентрализацией, которая закреплена в наших нормативных документах, громада получает больше денежных средств, которые до этого они платили в бюджет, державный бюджет, не себе. И если на будущих выборах или депутаты, которые будут, самое главное, чтобы они учитывали мнение людей, которые живут в селе, не заставляли, не загоняли их так, как они не хотят. А в нашей стране нужно менять. Если мы не будем менять, мы снова останемся над тем, где мы были. Ну, раз мы заговорили уже о жизни на селе, одна из проблем, как бы известных и постоянных у нас, к сожалению, это кадровая проблема на селе. То есть молодые кадры, специалисты не хотят возвращаться в село. То есть они уезжают в город учиться и там остаются. Что можно сделать? Что делает вообще депутатский корпус для этого? Вы у нас сегодня, я напоминаю, как председатель комиссии, как депутат областного совета. Вы пытаетесь как-то этому препятствовать? Да, на протяжении 5 лет нашей каденции неоднократно мы на нашей комиссии приглашали ректоров наших вузов, где предлагали им разработать программу для Николаевской области, для того, чтобы молодой специалист, который заканчивает вуз, был прикреплен за тем районом или той общиной, от которого он вышел или получил целевое направление. И, как правило, руководители хозяйств или громада давали ему возможность на работу устроиться, выдавали жилье. К этому нужно подходить комплексно. Не нужно говорить, что там хорошая зарплата, а идти. Нужно к этому вопросу подойти, чтобы
ребенок, который закончил школу, 11 классов, предприятие, которое работает на селе, давало ему направление в педагогический институт, сельскохозяйственный, и было готово принять его после окончания. И если вот когда настроится и будет в нашей государстве система вот такого взаимодействия, будет законодательная база, где люди будут понимать, если я не вернусь, не отработаю, там, как раньше было 3 года, то у меня заберут диплом, и когда будет социальный пакет для молодого специалиста, он придет, будет понимать, что его там ждет какое-то жилье, какая-то заработная плата достойная для молодого специалиста, вот тогда молодые специалисты сами начнут ехать в село и будут оставаться. Юрий Анатольевич, у нас есть еще немного времени. Жители, вот ваши земляки, жители там, Николаевской области, говорят о вас не только как об успешном предпринимателе, но и как о меценате. Вот меценатство, что это для вас, почему вы вообще этим занимаетесь, и кому и как вы помогаете? Знаете, любого человека, когда он рождается, любовь к людям, любовь к земле прививается с молоком матери. И есть такие заповеди Господа Бога, что отдай десятую часть, заработал, отдай, оно тебе вернется. И ведь человек, который работает на земле, зарабатывает денежные средства, сколько ему нужно? Нормально, чтобы своя семья жила, а если у тебя есть возможность помочь нуждающемуся, нужно ему помочь. Но не так, как я никогда не помогаю, если человек просит какую-то милостыню. А когда у человека есть какая-то проблема и есть вопрос, мы стараемся на местах помогать. Вот, к примеру, я родился в Снегирёвском районе, село Новопетровка, где мои бабушка и дедушка похоронены. Я за свои средства 2 года назад мы сделали ограждение кладбища. В некоторых селах, где мы работаем, наши работники, наши пощаки живут, дают нам землю. Мы на их земле зарабатываем деньги, мы делаем водопровод. Нельзя на сегодняшний день иметь безответственный бизнес, который не будут думать о тех людях, которые дают возможность заработать эти денежные средства. Ну, люди к вам обращаются, вот, а с чем вообще? С личными какими-то проблемами? Или все-таки вот инициативные какие-то группы есть, какие-то да, общественные организации? Вот чего хотят, чего просят? Вот знаете, вот очень у нас бизнес в разных районах Николаевской области. И что самое интересное, каждый район по-разному. В одном районе это личная проблема у каждого человека, или операция, или болезнь, или кто-то хочет себе выехать, да, с села. А есть в некоторых районах, где больше людей волнует то, как будет село. Останется ли село на карте Николаевской области. Их волнует, будет ли церковь в них, будет ли школа работать, ее не закроют. Потому что сегодня власть идет по пути закрытие школ, где там меньше какого-то количества детей, учащихся. И если громада, которая волнуется, переживает за себя, за свое село, то эта громада никогда не останется наедине. И вот при децентрализации нужно смотреть, кто хочет, чтобы их село жило. Вот возле него нужно объединяться. Юрий Анатольевич, я хочу вас поблагодарить за интересную беседу, очень содержательную, за ответы на наши вопросы. Спасибо вам. Спасибо. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Точка зору депутату». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв».